Жажда наживы взяла верх. На освобожденной от некапитальных конструкций муниципальной земли предприниматель вновь нелегально установил 14 торговых павильонов. Жители села возмущены таким отношением коммерсанта к гражданам. Администрация муниципального образования города Анапа поступила обращение граждан села Витязева из управления президента Российской Федерации по рассмотрению обращений граждан и организаций и из приемной губернатора Краснодарского края о самовольно размещенных торговых павильонах, орлетах на муниципальном земельном участке. В непосредственной близости от трансформаторной подстанции и газораспределительной подстанции в охранной зоне данных сооружений. В начале курортного сезона предпринимателю придется свернуть нелегальный бизнес. Незаконно установленные некапитальные конструкции пойдут под снос. Сейчас специалистам управления муниципального контроля составляется акт по данному факту. И опять будет направлен на рассмотрение межведомственной комиссии. Протокол заседания межведомственной комиссии публикуется в средствах массовой информации. На объекте крепится предупреждение с указанием срока вывоза этого объекта с муниципальной территории. Если в установленный срок собственники сами не разберут торговую точку, то объект демонтирует администрация.